Дома номер 6 и 8 на улице Федота Шубина были расселены еще 3 года назад. Но снести их, а после разобрать руины, у администрации руки дошли только сейчас. В помощь пришла инициатива в РИО губернатора и дополнительное финансирование из областного бюджета. Через несколько недель вместо строительного мусора здесь будет ровная площадка. Но и пустовать ей недолго. Будет строительство жилого дома для компенсации гражданам, которые попали в списки обманутых дольщиков. Соответственно, эта территория, она у нас будет застраиваться, благоустраиваться территория непосредственно возле этих домов. Уже известно, что речь идет об обманутых дольщиках скандально известного, но так и недостроенного ЖК «Верона». Процесс сноса старых деревяшек запущен по всему Архангельску. К началу осени работы завершатся по 70 адресам. На эти цели выделено 8 миллионов рублей. Но программа преображения города на этом не заканчивается. Еще 200 миллионов пойдут на ремонт 12 автомобильных дорог областного центра. Работы начались набережной Северной Двины, проспект Троицкий, улица Галушина, улица Кировская. На подходе работы ободный канал, улица Кольская и несколько других улиц. Результаты такого комплексного подхода к преображению города жители смогут оценить уже этой осенью. Наталья Пулина, Регион 29.